В Индонезии число жертв землетрясений и цунами выросло почти до 1800 человек, еще 5000 пропали без вести. Спасатели продолжают поиски тел, в стране все еще действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии примерно 38 миллионов долларов. Ожидается, что в середине следующей недели местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать самолеты.